Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne. В предыдущей серии мы, собственно, начали игру. Случилось очень много нехорошего. Во-первых, конечно, показали нам предысторию, как 3 года назад Макс потерял семью. После этого он пошел в отдел по борьбе с наркотиками под прикрытием полицейским. И сейчас он должен был связаться со связным, но в результате убили связного. И мы оказались впутаны в какое-то непонятное ограбление. Но это были в основном проблемы не для нас, а для этих ребят, потому что они теперь лежат в луже кетчупа. А у нас все хорошо. Так, и мы выбираемся на улицу. А, собственно, и все. Понятно. Все 3 года Алекс помогал мне оставаться в своем уме. Он ухитрился наткнуться на что-то действительно важное. И в конце концов перешел дорогу самому Джеку Люпино. Да. Хорошо начали серию. Свое убийство. Люпино наживал на проституции, наркотиках, заказных убийствах, а также в грязной гостинице и квартале убогих ночлежек. Полиция приближалась. Я слышал вой сирен. Он становился все громче и громче. Люпино надеялся остановить нас, убив Алекса и переложив вину на меня. Но все, чего он добился, было мое внимание. Сначала я отправился в гостиницу. Это было удручающее зрелище. Тусклые лампочки и выцветшие обои. Я вошел, корча из себя этого искателя приключений, как делал это уже сотни раз. Гостиницу содержали 2 отъявленных мерзавца с акульими улыбочками. Братья Финито. Леди и джентльмены, к нам пожаловала сила в заднице. В мусорной заднице. Сами придумали или какого-нибудь алкаша с улицы специально пригласили? Отвечать это риторический вопрос. У меня есть кое-что для босса. Любина здесь? А это смотря что спрашивает, друг или ищейка из отдела по наркотикам. Не отвечай, это как ты там его назвал? Риторический вопрос. Любина тут нет. Он просил нас попрощаться за него. Любина не было в этой гостинице. Вместо себя он оставил братьев Финито. Мою легенду раскрыли. Двери захлопнулись с обеих сторон. А потом был сплошной свинцовый дождь. Хорошее начало. Ой-ой-ой, со здоровьем вообще не... О-о-о, нормально. Так. Офигеть, конечно, мясо. Все. Финито вам, ребята. Мое внимание привлекло письмо на столе. Самого Люпина я видел только один раз. Все свои дела он вел с помощью своей правой руки Винни Гунитти. Гунитти был издерганным невротиком. Казалось, он в любую минуту готов слететь с катушек. С деловой сметкой у него было все в порядке. Свои комплексы Гунитти удовлетворял за счет малолетних наркоманов и девочек по вызову. У вас, похоже, проблемы с своим бизнесом. Джек сказал, цитирую, «Винни, ты за это ответишь». Кавычки закрываются. Скоро у вас появится Рико Муэрто с проверкой. Все летит к чертям, и всем скоро придется отправиться туда же. К вам это вдвойне относится. Берегите этого типа, утирайте ему сопли, делайте все, что он просит. Напортачите, будет вам, братцы, финита ля комедия. Мой бизнес означал дополнительные меры безопасности. Я не видел, чтобы сюда доставляли наркотик, но это не значит, что его здесь нет. Рико Муэрто использовали как муку для запугивания непослушных детей. 313. Братья Финито записали номер комнаты Муэрто на полях записки. Так, там уже местные торпеды, похоже, прибежали. Я ж тебя попал. Найти еще. Что-то у ребят какие-то бронированные сегодня. Вчера с одного выстрела дохли. Ну ладно. По крайней мере мы живы, а не мертвы. Хорошо. Так, нам похоже этого придурка нужно искать.
сейчас разберемся. На улице снег, вечная зима, вечная ночь. В этом весь первый Макс Пейн. Выбраться оттуда было непросто. Дверь на лестницу была заперта, а лифт не работал уже лет 10. Ладно. Что ли, никого не видать? Траходром. Неплохой такой. Просторный. Слон и водка. Вибр кровать. Офигенно. Наверное. На сегодняшней пресс-конференции МЕР заявил, что Валькирин представляет реальную угрозу для Нью-Йорка и призвал к решительным мерам по ликвидации этой проблемы. Как нам недавно сообщили, ситуация с Валькирином осложнилась в связи с убийством специального агента отдела по борьбе с наркотиками Алекса Болтера. Он был убит несколькими выстрелами в упор. Стрелявшего опознали. Это некий Макс Пейн. Без сомнения, петля вокруг этого скрывающегося преступника будет стягиваться все туже и туже. К делу подключается все больше оперативников. Вот они, мгновение славы. Да уж, у Макса проблемы, все это повесили в итоге на него. Телевизор. Взрывчатка, что ли, напичкали? Что-то он так взорвался. Неплохая, кстати, квартира, только ей требуется капитальный ремонт, но чисто планировка зачет. Да, быстрее надо с улицы уходить. О! Все, хана вам, ребят, с Новым годом. Офигеть. Так, мне похоже сюда, значит мы пойдем сюда. Так, ну тут у нас обычный склад, тут у нас ничего нету, понятно. Где же этот Винни Готини? Ой. Если вам слышен непонятный писк, это телефон у меня разряжается. Он слишком далеко. Ой, тихо, прости. Пардон. Пардон, дорогой. Не надо. Без нервов. Так, хорошо. Твои подружки не прибегут? Вроде не слышно никого. Все, ну что-то и переборщили, по-моему, с частотой вибрации. Вообще бордель прикольный. Ух ты. Потолок течет. Еще срач какой-то. Я по-другому не могу назвать эти помещения. Мексиканский сериал. Пацан сидит, втыкает. Запомни, сериалы разжижают мозг. Так. Дохни ты, мать твою. Ты посмотри, ты у нас похож какой-то. Пуль непробиваемый. Так. Офигенно. Миледи, лорд. Так, это у них наркота, похоже-то. О, обкололись до одури. И давай сериалы смотреть. Так, тут дверь заколочена. Блин, да чего офигенная игра? С юмором сделал. Миледи. Любитель Валькирина готов взорваться в любой момент. Мне приходилось быть осторожным. Я
Ну, я так-то осторожен. Ненавижу наркоманов. Вот он где. Где? Пристрели его! Блин. Что у нас с аптечками? Довольно-таки... Ой, тихо. Довольно-таки проблематично все. А, они тут еще и восстанавливаются, для этого нужно время. Ну, то есть, прежде чем ты использовал, короче говоря, прежде чем она полностью наберется, все, что ты восполнил, должно пройти какое-то время. Понятно, я совсем забыл про эту деталь. И тем временем это довольно-таки опасно. Ух ты! Ой, текстурки-то, конечно, говно. А так бы хотелось посмотреть, да? Хоть одна нормально работающая кровать. Ой, простите. Тут что у нас? Для групповых оргий, что ли? Сразу две кровати. Вы офигели, что ли? Ребята. Так, все, похоже, тут больше ничего нет. Идем на выход. Так, пока вроде спокойно. Убит автоматом с газировкой. Ты мне? Нет, такое не лечится. Держи его! Хорошо. Да, обрез это, конечно, зверь. Но, блин, что, тебя сгладил, что ли? Только похвалил. Блин, со здоровьем вообще проблема, я еще сохраняюсь. Ну ладно. Так, перехвалил я обрез. Ты на здоровье не восполняешь? Печально. Кругом дури лежит, да? Пусто. Эй. Этой ночью в войне с кошмаром нашего города Валькирин мы понесли потери. Был зверски убит специальный агент отдела по борьбе с наркотиками Алекс Голдер. Подозреваемый покинул место преступления через несколько секунд после убийства. Полиция Нью-Йорка разыскивает Макса Пэна, вооруженного и очень опасного рецидивиста. И в заключение погоды. Самая страшная снежная буря из когда-либо виденных на этой широте продолжает изнурять жителей города. Макс недоволен явно. Судя по лицу. Так, ладно. Неплохо пацан откололся. Так, сразу восполним здоровье. Что-то у нас со здоровьем это проблемы. Этот персонаж был мертв уже довольно долго. Я не очень жалел, что пропустил это зрелище. Так, хорошо. Хрен с тобой, как говорится. Так, выход в ту сторону. Тут, похоже, собирались заложить вот так же вот дверь. Но либо не хватило цемента, либо желания. Самая крыша потекла капитально. Ой, твою мать, сколько вас тут? Так, хорошо. Еще. Ой, блин, тебя только не хватало, надо было тебя сразу пристрелить. Фу, вроде отмахался. Что он так расслабился, да? Такое лицо у него спокойное стало. Ладно. Коктейль Молотова. Так.
Ну чё, где ваш босс-то? Что-то я не могу найти. Сколько уже бегу? Я нашёл комнату Муэрте. А, ну вот, как раз. Ой, блин. Ой. Я и забыл, что тут такой прикол бывает. Так, короче говоря, там стоит... Надо сразу отпрыгнуть, короче говоря. Хорошо. На столе в комнате лежало письмо. Так, подождет твое письмо, никуда не убежит. Сначала мы соберем все, что можно. Брез, отлично. Все закрыто. Телек не работает. Ой, там наверху долбится кто-то. Ну блин, не завидую девушке. Связать как-то с Валькирином Анжело Пунчинелло, главу клана, нам до сих пор не удавалось. Все следы вели к Джаку Лупино, но письмо в комнате Рико было подписано самим крестным отцом. Это был первый признак того, что Анжело знал, что творится в его синдикате. Помнишь историю в Чикаго, из которой тебя вытащили Пунчинелло? Теперь у тебя есть шанс уплатить по счетам. У одного из наших доверенных парней недавно вырос хвост, как у павлина. Твои навыки нам весьма пригодились бы. Собирать улики стало поздно, уже пару сотен патронов назад. Я уже так давно миновал точку невозвращения, что не помню, как она выглядит. Да уж. Прикольный механизм. Чем-то напоминает пилу. Ой, блин. Ой, не хана, да? Нет. Так, ну ладно. Не очень хорошо все вышло. Здоровье пока что, как правило, максимум на середине бывает. Такой уж я. Так, я могу эту дверь взломать? Ну, могу. Понятно. Так, а тут у нас что? А, тут закрыто. Все ясно. Так, заброшенная хата какая-то. Кого-то грохнули, похоже. На улице метель. Ой, блин, чуть не упал. Метель вьюга. Мне не хотелось выяснять, что здесь произошло. Не слишком приятное зрелище. Баф. Колом вогнали. Вампир, что ли? Этих наркоманов хрен поймешь. Так, обезболивающее. Отлично. Давайте сохранимся сразу. Так, зачем я сюда пришел вообще? Может, я ключ какой подобрал? Что-то я опять провтыкал, похоже. Ну-ка се. Нет. Куда идем-то? Что-то я начинаю путаться. Так, ну тут у нас... Одна дорога только. Видимо, я там что-то пропустил. Давайте сохранимся, кстати говоря. Тут нет. В этой квартире мы только что творили дело. А, вот. Так, эти в минус. А, у нас новая дверь открылась, понятно. Тут уже по нашу душу пришли ребята. Что-то мне это не внушает все. Ну-ка, подожди. А, понятно. Черт, я был уверен, что это бомба.
Так, короче говоря, бесполезная трата. Отлично. Да уж, ну и... Тихо. Ну и домик. Так, ничего ему не сделал, что ли? Ну ладно. Тогда вот так. Вроде больше никого пока. Опять наркомана слышу. Нахрен. Еще начнете потом в спину стрелять. Так, эта дверь закрыта, остается дорога только сюда. На столе лежал дневник проститутки. Он принадлежал какой-то Кенди Дон. Содержание заставило бы покраснеть и копа. Опять поговорила со старой ведьмой. Отправила ей последнюю кассету с одноглазым Альфредом. Пока она платит за кассеты, этот дед может приходить хоть каждый день. Прекрасный бизнес. Снимать клиентов скрытой камерой и продавать снимки тому, кто больше заплатит. Рано или поздно этот бизнес ее и убьет, если только пристрастие к Валькириму не сделает это раньше. Да, тут у нас, похоже, жили шантажистки. Так, ну-ка. Да-да. Так, все не открывается. Это вообще заколочено. А. Нифига себе. У нее тут библиотека. Кассету вытащить можно, нет? Блин, да, выходим уже. Так, и все. А, это мы просто прошли через комнату. Это такая небольшая деталь, незначительная для сюжета, но насколько, блин, она делает игру крутой. Именно из таких деталей состоит Макс Пейн. Так, а тут не прибежит. О чем они там говорят вообще? Ох, ёлы-палы. Ой, блин, я все никак не привыкну, что если нажимаешь в сторону и кнопку, то он отлетает, соответственно. Не очень привычно. Так, ну выход у нас только там, я понимаю. Так, хорошо. Неужто хоть один в доме работает? И у нас, дамы и господа, новый уровень. Старенький служебный лифт, громыхая, опустился в недра гостиницы Люпина. Так, тут у нас прачечная. Я думаю, Desert Eagle будет тут оптимальным решением. Тихо. Так, хорошо. Было совсем несложно. Начал заваривать снегом с самого начала расследования.
Однако заснеженный город был на моей стороне. Он уменьшал вероятность того, что в перестрелке погибнут невинные прохожие. Так, хорошо. Че, вот то самое виски пили, что ли, которое превращает людей в обезьян? Блин, тут баллон, надо было просто баллон рвануть. Да, блин. Короче говоря, надо было просто его убить и все. Без понтов всяких. Ну да ладно. Так, хорошо. Раз даже получше пошло. Все, отлично. Так. Тут, кстати говоря, у нас ничего нет. Нет, похоже, ничего. Так, ладно, в этот раз даже получше прошло. Хотя, в принципе, в прошлый раз было неплохо. Так, ну это мы уже слушали. Чрезвычайная блажь. Все, погнали. Так, сохранимся, во-первых, конечно же. Ты живой, что ли? Так, отлично. Этот баллон еще опасно лежит. Так, ладно. Понятно, а что у нас с той стороны тогда получается? Другой подход просто. А, с этой стороны вообще закрыто. Понятно. Так, сохраняемся. Сейчас что-то у меня ощущение, что будет мясо. Вещдок номер один. Газета. Мертвец, привязанный к стулу, лежал в бойлерной на полу. Орудием убийства послужила бейсбольная бита. Она лежала здесь же, в луже крови рядом с газетой, раскрытой на страничке комиксов про капитана бейсбольную биту. Вон оно чё, Михалыч. Кого-то тут неплохо уработали. Так, все, замкнули круг. Ага, понятно, она только в одну сторону открывается. Ладно. Что у нас? Куда нам нужно идти? Закрыто. Пакость. Так, хорошо. Ну. Ой, что-то как-то неудачно в этот раз я попал. Да, в принципе, нормально. Еще есть? Из эскимосов кровь сосал. Вообще подумать, да, для вампиров полярная ночь. Я специально придумал. Так. Помните фильм «30 дней ночи»? 28? Что-то в этих пределах, короче говоря. Там, конечно, не вампиры были, а упыри еще те, но... Так, сейчас, похоже, будет мясо. Я так понимаю. Ой, это я неудачно. Да, блин. Ну ладно.
Живой, главное. Жив цел орел. Целую жизнь назад это сошло бы за операцию по изъятию наркотиков. Хорошо. Хорошо. Так, что вы тут с наркотешей разбирались? Грязные деньги. Офигенно. На столе лежал ключ. Это не ключ, это какой-то, я не знаю, ключище натуральный. Так. Сейчас, подождите. Возьмем ключ. Никуда он от нас не убежит. Коктейли, я что-то коктейлем вообще практически не пользуюсь. Так, тут у нас, я так понимаю, наркотики. Эти колбы полны валькирина. Хорошо. Так, берем ключ. Да, в принципе, я думаю, на этом и заканчиваем на сегодня. Могу сказать, что игра меня радует. В ней по нынешним меркам мало событий, то есть она не так насыщена, как современные игры. Сейчас как-то пытаются постановку более плотно набить, чтобы каждые 5 минут что-то происходило. Но сейчас мы на протяжении всей серии искали этого криминального босса, и найдем мы его, скорее всего, только в следующей серии, если не через одну. Но как бы там ни было, все равно круто вот эти мелкие детали, типа там бандиты, которые смотрят бразильские сериалы, шлюха, которая там снимала. Вот такие моменты они, конечно, доставляют. Очень круто мелких деталей. Вообще, я очень рад, что я вернулся к этой игре, она даже по современным меркам, то есть ей бы графику, скажем, как, ну не знаю, там. Короче говоря, современную графику, что голову ломать-то. И игралась бы она, по-моему, просто прекрасно, она и так прекрасно играется. Ну, короче говоря, собственно, игра, не сказать, что сильно постарела, единственное, как я говорю, это насыщенность маленькая, по нынешним меркам никакая. Но, короче, как бы там ни было, увидимся в следующих сериях, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.